Брат, иди хрис воркать тут. Редкий полив молодых деревьев, высаженных по программе «Шаткал», привели к гибели большинства саженцев. Среди молодняка в основном дорогостоящие хвойные деревья. Для полива и ухода за саженцами необходимо сделать нормальное передвижное водоснабжение. Мы планируем облагородить эти участки земли для отдыха горожан. За деревьями должны следить сотрудники жилищно-коммунальных служб. Они отвечают за полив и состояние деревьев. С таким настроем ответственных лиц гибель оставшихся саженцев неминуема. Это понятно даже не специалистам. Масштабный проект озеленения оврагов начался ранней весной. Власти планировали не только посадить деревья, но и построить детские игровые зоны, велодорожки, площадки для игры в шахматы и шашки. Грандиозные планы так и не довели до ума. Зато успели потратить более 750 миллионов тенге. Сегодня для ухода за деревьями необходимо без малого 200 миллионов бюджетных средств. По программе «Шаткал» в Шымкенте было высажено 21 тысяча саженцев. Согласно заверениям специалистов, приживаемость на бумаге должна была составить до 85%. На деле получилось обратное. Деревья высадили. А о том, кто будет за ними ухаживать, на чей баланс передаст саженцы и где взять воду для полива, в акимате не подумали. Зато гордо отрапортовали. Саженцы во врагах есть. За их дальнейшую судьбу у чиновников, видимо, голова не болит. Бахром Абдуллаев, Эльдар Жунусканов, Алибек Умурбеков, информационная служба телекомпании «Отрар».